Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо большое. Мы рады приветствовать вас здесь, в центре Москвы, в джазовом клубе Игоря Бутмана на Таганке. По версии американского журнала Downbeat, этот клуб входит в 100 лучших джаз-клубов мира. И сегодня я рад представить вам джазовый оркестр Павла Овчинникова. Меня зовут Павел Овчинников. Это случайно совпало так. Вот. И сегодня мы сыграем очень хорошие джазовые произведения, и классику джаза, и кое-что свое даже. И не только сыграем, но и споем. И начнем мы с потрясающей пьесы американского композитора Сэмми Нестико, которая называется «Hey, Burner». Большое спасибо. Игорь Сендеров, альтсаксофон. И Максим Малышев, труба.
они выполнили почетную миссию сыграть тему этой пьесы. Итак, следующая композиция. Обычно ее поют. Ее пел Фрэнк Синатра, ее пела Лайза Минелли. Кстати, впервые эта песня прозвучала в одноименном кинофильме, который вышел на экраны всего мира в 70-х годах 20 века. И назывался этот фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И вот заглавная песня в нашей инструментальной версии сейчас прозвучит. Итак, мы готовы исполнить эту пьесу «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Спасибо. Дорогие друзья, Валерий Мартынов, первая труба, концертмейстер нашего оркестра. Но сейчас мы отдадим дань одному замечательному оркестру. Он играл по понедельникам в нью-йоркском джаз-клубе Village Vanguard, и так и назывался Village Vanguard Orchestra, а до этого оркестр Теда Джонса и Мела Льюиса. Тед Джонс – замечательный трубач, аранжировщик, и замечательный Мел Льюис – барабанщик этого оркестра. И вот мы сейчас сыграем оригинальную аранжировку Теда Джонса, которая называется «To You». Это прекрасная баллада, которая переводится как «Тебе». Итак, Тед Джонс – «To You».
Спасибо. To You. Прекрасная баллада Теда Джонса. Ну а теперь мы сыграем пьесу, написанную моей нетвердой рукой. Я посвятил ее своему другу. Называется она «Руки». Эта пьеса написана в стиле, в подражании оркестра Каунта Бейси. И сейчас на ваш суд мы ее представим. Послушайте, что у нас получилось. Thank you.
Большое спасибо. Максимилиан Шевалев соло на рояле. Игорь Сендеров соло на саксофоне. Никита Рязанов, ударный. Большое спасибо. А сейчас мы сыграем пьесу, которую написал Джордж Гершвин, еще один гений, американский композитор, который написал очень большое количество прекрасных джазовых произведений. Эта пьеса называется «There is no greater love». «Нет в мире большей любви». И аранжировку сделал незабвенный Георгий Горонян. Итак, «Нет в мире большей любви» играет эту пьесу Денис Мельников в сопровождении нашего оркестра.
Спасибо большое. Денис Мельников, дорогие друзья. Денис Мельников. Валерий Мартынов, концертмейстер оркестра. Первая труба. Итак, дорогие друзья, а сейчас мы приглашаем на эту сцену наше секретное оружие. Это певица. Певица Виктория. Виктория Кривозубова, дорогие друзья. И сейчас, куда давай сюда, вот твой микрофончик. И сейчас мы сыграем, а Вика споет колыбельную. Но колыбельную не для того, чтобы заснуть, а для того, чтобы проснуться. Это специальная колыбельная. Она называется «Колыбельная клуба Бёрнланд», «Lullaby of Bёрнланд». Она была написана гениальным незрячим пианистом, композитором Джорджем Ширингом. Ну, аранжировку мы сделали сами. Oh, it's missing.
Спасибо. Виктория Кривозубова, соло на тромбоне. Юрий Колешников, дорогие друзья, соло на саксофоне. Игорь Сендеров. А сейчас мы сыграем прекрасную песню, которую сделал очень популярной в свое время великий Рэй Чарльз. И даже эта песня стала гимном штата Джорджия, в Соединенных Штатах Америки, и она так и называется «Georgia on my mind». Поет Виктория Кривозубова, соло на альтсаксофоне сыграет Умит Айназаров. Thank you.
sweet song keeps Georgia on my mind. Большое спасибо. Умит Айназаров, дорогие друзья, соло на саксофоне. Спасибо. Ну сейчас... А сейчас я хотел бы пригласить на эту сцену. Спасибо, Виктория. Хотел бы пригласить на эту сцену еще одного певца. Холодненького. Дмитрий, прошу вас. Дмитрий Бурлаков, дорогие друзья. Дмитрий Бурлаков. И Дмитрий споет у нас замечательную песню из репертуара Фрэнка Синатра «Сурен». Эта песня называется «It Had to Be You». «It Had to Be You». Итак, Дмитрий Бурлаков, наш оркестр. Соло на фортепиано сыграет Максимилиан Шевалев. It had to be you. Try to be loved, but they wouldn't do. It's nobody else. Give me a thrill. Without your belt, I love you so sincere. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
спасибо, дорогие друзья. На этом наше первое отделение закончено. Сейчас у нас небольшой творческий перерыв. Обратите внимание налево. Бар. Прекрасные напитки. Можно их употреблять. Можно заказывать отличную кухню, которая в этом ресторане. Здесь замечательные официанты, замечательные повара, замечательные бармены. А тем более, чем больше вы выпьете, тем лучше будет звучать наш оркестр. И вообще джаз станет краше и веселее. Итак, оркестр. Спасибо. Мы увидимся с вами совсем скоро, через 10-15 минут. Спасибо большое. Спасибо. Перерыв.
Дорогие друзья, добро пожаловать на наше второе отделение. И мы откроем его с пьесы композитора Коула Портера «Love for Sale» в оригинальной аранжировке из оркестра Бадди Рича. Бадди Рич – один из родоначальников стиля бибоп вместе с Чарли Паркером, Дизи Гиллеспи и Телониусом Монком. В 40-е годы они придумали этот джазовый стиль бибоп. Итак, Коул Портер, Love for Sale. В роли Бадди Рича Никита Рязанов. Thank you.
Спасибо. Игорь Сендеров, альт-саксофон. Михаил Бручеев, труба. Дмитрий Горевой, тенор-саксофон. Никита Рязанов, ударный. Большое спасибо. Ну, теперь мы немножечко замедлим темп, немножечко снизим динамику и сыграем замечательную балладу еще одного пионера стиля бибоп Телониуса Монка. И соло сыграет наш баритон-саксофонист Сурен Качарян, дорогие друзья. Thank you.
Сурен Катерян, дорогие друзья. Соло на тромбоне Юрий Ковешников. Спасибо большое. Ну, а теперь вновь я приглашаю на эту сцену Викторию Кривозубову, дорогие друзья. И сейчас прозвучит песня, которая называется Orange Colored Sky. Небеса оранжевого цвета. Из репертуара замечательной певицы Нэтали Коул. Итак, Виктория и наш оркестр. Итак, Виктория, наш оркестр, соло на тенор-саксофоне Дмитрий Горевой, You've Changed. Above you.
Большое спасибо. Дмитрий Горевой, соло на тенор саксофона. Дорогие друзья, в нашем репертуаре... Да, не уходи, подожди. Мы еще не спели одну песню. В нашем репертуаре, а может быть и две даже. Не только англоязычные песни, но и русскоязычные. И вот одну из них мы сейчас хотим вам сыграть и спеть. Эту песню написал... легендарный Олег Леонидович Лундстрем. Он написал музыку к этой песне. Она называется «Музыка, любовь моя». В свое время, в 1986 году, оркестр Олега Лундстрема записал ее на большой виниловый диск. И пела ее Ирина Отьева. А теперь мы взяли эту песню в свой репертуар и споет Виктория Кривозубова, а мы сыграем «Музыка, любовь моя» Олега Лундстрема.
thrill to own them, because that is so cool. Дорогие друзья, спасибо. Виктория Кривозубова. Это была песня «Сессибон». Все будет хорошо. В переводе с французского. Все будет хорошо. Ну а сейчас еще одно дарованиеце наше, где он? Дмитрий Бурлаков, дорогие друзья. И, конечно же, Фрэнк Синатра снова. Дмитрий Бурлаков исполняет песню, которая называется «I've got you under my skin». Я ощущаю тебя под кожей.
is anything and what my body said of having you near in spite of the warning voice that comes in the night. It repeats in my ear. Don't you know in a fool you never can win? Why don't you use your mentality? Step up, wake up to reality. Just a part of you makes me stop just before I begin. Yes, I've got you under my skin. Yes, I like you under my skin. Дмитрий Бурлаков, дорогие друзья, I've got you under my skin. Ну и еще одна песня. Хотел уйти, мы тебя не отпустим просто так. Еще одна песня из репертуара великого Фрэнка Синатра. 12 января мы отмечали 106-й год со дня его рождения. Фрэнк Синатра родился в Нью-Джерси, в городе Хобокен. В городе Хобокен. У меня есть приятель, барабанщик, живет в Хобокене, через один дом, того дома, где жил Синатра. Очень этим гордится. Но я бы тоже гордился. Любой бы гордился. Итак, they can't take that away from me. Они не смогут забрать это у меня. Итак, Дмитрий Бурлаков и оркестр Павла Овчинникова. Take that away from me.
Спасибо, дорогие друзья. Ну вот, подходит наш вечер к концу. И я, конечно же, хотел бы познакомить вас поближе с музыкантами нашего оркестра. Но прежде я хотел бы вас предупредить, что если вы вдруг услышите, вот я сейчас их буду представлять и буду говорить, откуда, из какого города они. Если вы вдруг услышите название своего родного города, и, либо что-то связывает вас с этим местом, хлопайте погромче, топайте ногами, свистите, и тогда мы этого музыканта вам отдадим на ночь. Сделайте с ним что хотите, но только верните утром. Итак, тенор-саксофон Денис Мельников, город Липецк, дорогие друзья. Тенор-саксофон Дмитрий Горевой, город Ханты-Мансийск. Концертмейстер группы саксофонов, первый альт-саксофон Игорь Сендеров, город Иркутск. Еще один альт-саксофон Умит Айназаров, город Ашхабад. А это страшный человек. Страшный, с таким огромным саксофоном, но он с ним так мастерски управляется. Сурен Кочерян, дорогие друзья, родился во Владимире. Переходим к группе тромбонов. Василий Сафонов, город Тольятти. Юлия Лукьяненко, город Тольятти. Лауреат международных конкурсов Николай Кольнов, город Норильск, дорогие друзья. И концертмейстер группы тромбонов, лидер собственного оркестра Юрий Ковешников, станция метро Щукинская. Там твои земляки, дорогие. Сегодня поедешь. Собирайся. На Щукинскую, ты там не был еще. Дорогие друзья, группа труп. Солист Государственного камерного джазового оркестра имени Олега Лунстрема, победитель конкурса «Большой джаз» на канале «Культура» Михаил Бручеев. Профессор Московской академии джаза, полковник в отставке пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации Александра Бручеева. Из прекрасного города Ахтубинск. Я только сегодня узнал, насколько он прекрасен. Столько мы уже работаем вместе, но... Максим Малышев, дорогие друзья! Король Балыка. Нептун, я бы сказал даже. Ну и концертмейстер группы труп, и концертмейстер всего оркестра, заслуженный артист нашего оркестра. Валерий Мартынов, город Тольятти. Тольяттинские захватили оркестр наш незаметно. Итак, из города Москвы замечательный виртуоз, пианист Максимилиан Шевалев, дорогие друзья. Из города Химки. Вообще Москва. Коптева, ну и Схимов тоже, педагог, завкафедрой, ну и просто хороший человек. Алексей Баусин, контрабас. Как говорил Бенни Гудман, когда был в России в 62-м году и представлял своего контрабасиста Билла Кроу, он говорил: «Бейс, вайолин, басовая скрипка». Вот так, такая большая скрипочка. На ударных играет Никита Рязанов, Федеративная Республика Германия. Скоро начнут вакцинироваться наши вакцины. Ты вакцинировался, Никита? Плохо. Вакцинируем. И наши замечательные вокалисты. Виктория Кривозубова из города Челябинск. Уже к бару приникла. И наш замечательный
Дмитрий Бурлаков из города Нижний Новгород, по-моему, как там, плюс-минус. И наш замечательный Андрей Грачевский, наш звукорежиссер. Москва, Тель-Авив, международный артист. Спасибо большое. Это джазовый клуб Игоря Бутмана, народного артиста России. Мы очень его любим и благодарим за то, что он разрешает нам здесь выступать. Мы с удовольствием здесь играем для вас. Приходите на наши концерты. И не забывайте, что в Москве с 11 марта начинается один из самых крупных джазовых фестивалей «Триумф джаза». Он будет проходить в Московском международном доме музыки. Будет играть джазовый оркестр, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана. Будет играть группа «Спайра Джайра». Будет петь замечательный вокалист Алан Харрис. Ну и наши, многие наши отечественные, наши очень хорошие музыканты, наши друзья будут там выступать. Кто еще не приобрел билеты, вы можете это сделать на сайте, на каком-то сайте, я не помню. На сайте jazztriumph.ru. Дорогие друзья, ну что ж, мы не можем просто так уйти и бросить вас здесь на произвол судьбы. Мы сыграем, как говорил Георгий Горонян, какая свадьба без баяна, какой же джаз без каравана. Ну и без Кочеряна, конечно же. Сейчас мы ему предоставим слово, нашему дорогому Сурену. Итак, «Караван». Thank you.
это еще не все. Караван нужно закончить. А кто может закончить караван? Кто? Чего ты оборачиваешься? Кого-то там? Кроме Сурена Эдуардовича, больше никто. Итак, дорогие друзья, эта почетная миссия возлагается на Сурена Кочеряна. Пожалуйста, Сурен. А сможешь ли ты сыграть повыше? На октаву выше. Ну, хорошо, но все-таки так караван не заканчивают. Надо еще повыше. Как вы думаете, выше возможно или нет? Вот на этом замечательном баритон-саксофоне. Можно, да? Попросим, Сурен, пожалуйста. Ну, я даже боюсь просить его выше играть. Ну, надо попросить. Давайте попросим. Да, там сейчас я священника попрошу. Давай, с толкача. Сафронов, Юлия Лукьяненко, Юрий Колешников, Николай Кольнов, тромбоны, Михаил Бручеев, Александр Бручеева, Валерий Мартынов, концертмейстер оркестра, Максим Малышев, трубы, Никита Рязанов, ударный, Алексей Баусин, контрабас, Максимилиан Шевалев, фортепиано с нами были сегодня Виктория Кожева и Дмитрий Бурлаков. Меня зовут Павел Овсинников. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, еще одну? Еще по одной? Давайте. Хорошо. Раз вы так хорошо аплодируете, придется нам остаться здесь на ночь. Итак, дорогие друзья, мы вроде бы все для вас сыграли. Караван сыграли, свинг сыграли, баллады сыграли. Не играли только классику. Да, мы играем и классические произведения. В частности, мы играем Моцарта. Мы можем вам сыграть сейчас маленькую ночную серенаду. Вернее, не всю целиком, а рондо из маленькой ночной серенады. Кто знаком с классикой, тот должен понимать, что это значит. Мы не понимаем. Итак, дорогие друзья, рондо из маленькой ночной серенады Вольфганга Амадея Моцарта.
Все, спасибо, дорогие друзья. Хорошего вам продолжения вечера, хорошего начала завтрашнего дня. Не болейте, будьте здоровы и приходите на наши концерты. Спасибо, всего доброго. До свидания. Thank you.